Здравствуйте! Сейчас в прямом эфире «Байкальские новости». И с вами в студии Александра Норкина. 10 июля в 6 часов по местному времени на территории Иркутской области на станции Слюдянка высадился десант с большим количеством непонятных грузов. В результате молниеносного марш-броска «Варшан» им была захвачена местная школа. Что же происходит сейчас в Варшане? Попробуем связаться с нашим корреспондентом с места событий. Кирилл, нас слышите? Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы новости с места событий? Итак, как уже было сказано, что странная группа, называющая себя астрономами, расположилась в помещении школы, а в настоящий момент она исполняет какие-то ритуальные танцы. Так посмотрим же. И только две, лишь один куплет. Правая рука, левая нога, у тети Моти четыре сына, у тети Моти. Они не спали, они не ели, запоминайте-ка, лишь один куплет. Правая рука, левая рука, правое плечо, левое плечо, у тети Моти четыре сына, у тети Моти. Они не спали, они не ели, и только пели лишь один куплет. Правая рука, левая нога, правое плечо, левое плечо, голова. У тети Моти четыре сына, у тети Моти они не спали. Спасибо, Кирилл, а вам удалось узнать, какой целью захватили школу, да еще и летом? Мне не удалось взять у них интервью, но по моим догадкам, в школе они расположились для того, чтобы изучать минеральные источники. Спасибо, Кирилл, держите нас в курсе. Хорошо, Александр. Поступило экстренное сообщение. В нашем распоряжении оказалась запись перехваченного телефонного разговора одного из участников группы со своими родственниками. Сын, привет, как дела? Нормально, как дома? Сын, привет, как дела? Нормально, как дома? Есть вопрос? Давай. Есть вопрос? Как погода на Байкале? Как погода на Байкале? Нас затопило, палатки свалило. Может, я помочь приеду? Нет, не надо. Чем тебе дома плохо? Чем тебе дома плохо? Абонентные зоны доступа. К сожалению, похоже, эта запись не позволяет прояснить всю обстановку. А что же по этому поводу думают правоохранительные органы? С нами на связи пресс-секретарь ГУВД Иркутской области. Юлия Стукачева, здравствуйте. Скажите, у вас уже есть какая-нибудь информация? В ходе проведения оперативно-разрешительных мероприятий было установлено, что группа так называемых астрономов действует крайне странно. Осуществляют несанкционированный забор воды из источников, ссылаясь на ее целебные свойства. Совершают незаконное погружение в термальные ванны. Устраивают беспорядочную стрельбу снежками на высоте 1700 метров. Также на протяжении всего маршрута они носят с собой предмет, подозрительно напоминающий гранатомет, впоследствии оказавшийся телескопом. В довершение всего эта странная группа разместилась в музее минералов, чем окончательно запуталась. Спасибо, Юлия! И снова с нами на связи наш корреспондент. Кирилл, вы нас слышите? Кирилл, вы нас хорошо да, слышите? Да, Александр, да, слышу вас. Скорее всего, наши догадки по поводу того, что это астрономы, подтвердились. Они всю предыдущую ночь провели на поле, рассматривая звезды. Еще они побывали в двух обсерваториях, Бадары и Монды. А сейчас они поют астрономические песни. Послушаем же их. Миллион ярких звезд, телескоп, телескоп, телескоп,